Глобальные климатические изменения уже в процессе? В процессе. Активно. Сейчас как раз пошел процесс активного воздействия на такое потепление климата. Всего на 0,5 градуса поднялась температура Земли. Ну а Земля, наверное, столько человек это не чувствует, а Земля чувствует. Вот и тают бешено ледники. Я даже проводил в 2011 году творение зимней нашей Олимпиады, восхождение на пик Хантенгри. Но до этого мы, значит, поднялись на вершину, которую на безымянную вершину назвали ее пик Астана. А после этого, значит, я специально в те регионы шел, чтобы посмотреть состояние ледников. И это показывает, видно, в каком состоянии находятся ледники. Жутко смотреть. Толщина где-то 10-15 метров глыба, но она уже вся, так сказать, в дырках, можно ходить под ней. Жутко смотреть на это.